Готовятся все к утренней зарядке. Конечно, приятно, когда первые два ряда идут черные пояса сенсея Сунфая. Сейчас уже на подходе у нас шиханы, руководители организаций, и начнется зарядка. Доброе утро.
наверное, некоторым оранжевым поездам сложно, вы пока смотрите и повторяйте, что вы видите, что делаете правильно. Именно в этом году, в первый месяц, они все собирались с Канчо, и это решили, что будут делать так, конкретно, то есть привели к общему знаменателю, то есть этим все будут следить. Движение должно быть правильно, не, ну, они уже так это решили, так.大きく変わるところはないと思います。大きく変わるところはないですけど、細かいところ、立ち方とか、手の置き方とか、回し方をよく研究するように勉強するようにしてください。いや、とまあ、その確認、ねえと思う、妙気に意識かけたり、そうする。これともう全員の動作を確認。とりあえず、私たちは、私たちの脳、パパラジェの脳、パ、ジェジェの脳、それとちょっとその動作。 おお、で、一番よくあるのがね、これ、ここから。こうしてしまう人。この手が離れてしまっている。離れてしまっているのは、これから、これは減点になります。肩の試合で。これよく気をつけて稽古しましょう。 Yeah.
пообщались сейчас немного с Шиханом Сугимуру. Занимался я у него, если не ошибаюсь, 5 лет назад на сборах. Там проходили у нас сборы в лагере Даши на Байкале. И вот обменялись впечатлениями, то есть он меня вспомнил. Приятная такая встреча была сейчас. Спортсмены, конечно, интересно, почему так подхожу с ними, разговариваю, но они не знают, что мы уже вместе проливали пот, вместе занимались. У него были потрясающие тренировки. То есть сейчас я смотрю, у него совсем другая программа. И мне это нравится, что не ездят такие высокие пояса с одной программой, они ездят именно вот с различной программой, и можно освоить на каждых сборах максимально какие-то новые для себя навыки. Все начинается, тренировка продолжается, но я удаляюсь. で、大切なのは、これが横を向かないこと、まっすぐ。帯のこの結び目と結び目は、まっすぐです。まっすぐのまま。На что обратил это внимание? Не скручиваем тело, тело ровно, узел, узел. で、相手の目を必ず見るようにしてください。И обязательно смотрите в глаза соперника, партнера, соперника. いいですか？これだけやります。3 3
3、ここまでです。いいですか？3回下がって、3回目に、こっちに出てきます。はい、やりました。よし、右足を引いて、右の足が後ろ、左手が上段受け。いいですか？よし！こんなになっちゃダメです。これもダメ。いい、とっとびょうとしょうたくでかにやってなる。必要、必要だろうとしたい。下がる人はまっすぐ、出る人はすってて、ストンついていく。とっと、なししゃえつ、ローブだとこうやってさ、とっと、なぱだえ、ローブに振ってる。お互いに正しい動きをしてください。せっかくしてくろうなら、あぼうえむ、ローブだとみかつ。なまいなディスタンスに、なまいなテープ。で、正しい動きをすれば、どんなに速く動いても、どんなに強くついてもいいです。じゃあ、もう一度やります。もう一度します。で、月が。正しい前屈たち、今まであなたたち、例えば、動く。はい、頑張れ。よっ！よし！よし！はい！さっ！よし！はい！さっ！はい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 ！Соответствуйте тому, той команде, которая была дана.
сейчас. Сейчас нарабатываем вместе сверху, обе вместе, да, Для этого, говорит, ты обязан просто на мне жениться, да? Пять, шесть, семь. Небольшой перерыв. Сейчас все осмысливают, что было. Ну и, собственно говоря, продолжение тренировки. Утренняя легкая разминка. Бой с тенью. Шан сказал по 2 минуты, чтобы разогреться. Готовятся сегодняшние тренировки, которая будет боевой. Сказали, что будет кумите.
говорит, не должно быть такого, что кто-то там отстает. Если отстаете, значит уже договариваете окончание фразы. Не старайтесь ее вытарахтурить. Ос! Предпоследний. Мы будем стремиться к мудрости и силе, не ведая других желаний. Там мы будем стремиться, не надо отделять. Мы будем стремиться к мудрости и силе, не ведая других желаний. То есть здесь, тогда нам надо будет все отделять. Мы будем стремиться, мы будем стараться. Тогда надо будет всегда выделить. То есть всегда забираем пол логической фразы, и потом она, все они состоят из двух. Из обещания и из желания и из обещания. Осень. Недели попало. Хорошо? Осень. Потом, что касается кихона, допустим, в начале, в конце тренировки мы бьем там скима и гель, ну и, допустим, вообще весь кихон. Старайтесь его не формализировать, не делайте из этого формальный комплекс упражнений. То есть просто сделали, и, ну, потому что так надо. Ничего подобного. Надо в каждый удар вваливаться. То есть каждый раз нужно втыкать. Только тогда эти все движения приобретут смысл. Смысл не в постоянстве, что я их делаю всегда, значит они у меня будут получаться. Ничего подобного. Я делаю их всегда со всей силы, только тогда они будут получаться. Поэтому, когда делаете кихон, даже если это 10 ударов, вы должны их воткнуть так, со всей силы, чтобы они тогда принесут какой-то смысл. Иначе получается у нас начало, ну, кихон мы превращаем просто в ритуал. Ничего подобного. Кихон — это тоже тренировка. И нужно втыкать, нужно в себе создать подход, что каждый мой удар на тренировке, каждый настоящий. У меня нет ложных ударов, у меня нет обманок, у меня нет ничего бессмысленного. Каждое движение, оно преисполнено смыслом. То есть я с каждого удара сбиваю своего противника. Поэтому в каждое движение вкладывайтесь, в каждый блок, в каждый удар. Тогда кихон начнет на вас работать. Сейчас он работает против вас. Он у вас просто занимает силы и время. Но самое главное, он наносит вам психологическую травму, которая называется «я делаю, делаю, а эта штука ни хрена не работает». Она и не будет работать, если ее делать как попало. Поэтому в кихон – это одна из составляющих, 3К. Кихон, ката, кумите. Одно без другого не работает. Поэтому, но если их все делать все по-настоящему, со всей дури, тогда оно и получится карате. А если на кихон и на ката уделять минимум внимания, не акцентировать, не выкладываться в этих двух дисциплинах и думать, что я там скидский лоу-кик, я все наверстаю, ничего подобного. Вначале вам станет скучным кихон и ката, а потом осточертеет скидский лоу-кик. Поэтому нам вкладывайтесь, хорошо? Тенью, но на хлопок идет акцентированный удар с джаншин, то есть с добиванием, с контролем. Это то, что у нас сейчас внедрили, ввели по новым правилам, и максимально идет отработка
очень интересный такой момент в карате. И нужно этому учить ребят, нужно этому учиться самому, чтобы это все на автомате было. Любой удар можно сопроводить дзэншином и взять в азари или япон. Майгерин, 右の前蹴りに対して、
右の丸に対して様々なことをやってみてください。まず、こうかける。で、このまま入って、これも一つ。で、前蹴りきた。こう入って、ひっくり返すのも一つ。あとは、こう入っていくのも、これも一つ。Вы советовал три способа, который показал, что нужно все использовать. Поэтому сейчас будем мином маринарить. Все, кто делает правой ногой маринарить, попробуйте упражняться, но Еще раз. Вот, подъем. Вот, и дальше продолжает, да? Давайте в реалии на видео для ролика. Вот мы сейчас объяснили новые правила, но надо еще одно иметь в виду. Для детей до 15 лет эти правила не действительны. Ос! Ос! Сегодня все это, осимо, детям 15 лет и выше. Но я все его возьму, толчки до 15 лет запрещены. いずれね 15 歳以上になってどんどん試合出ていくと思いますから経験のためにやってください。Но все равно как возраст идет, когда вы пересечете 15 лет, вам придется заниматься по новым правилам. Поэтому как бы для опыта тоже это надо делать. スーッとこう入っていったときに前蹴り、前蹴り、ドーン、これいいや、で後ろ蹴り、ドーン、これも一緒、いいや、こうやって転んだ相手に対して残心を示すと技ありになります。これ皆さん知ってますね。Вы наверно знаете, что если вы занимаетесь таким образом, да, и покажете защиту, то ставите вазари. いろんなところに倒れてあげてください。倒れたらもうすぐにバーッと追っかけてきてドーンと決めていく。その稽古。 Сейчас будет упражнение. Один из пары.
будет падать в любое место. Задача атакующего – подходите к защите. Еще тот, кто падает, старайтесь падать, неудобно для атакующего места. Чтобы не рядом, значит, подальше, чтобы лучше хотелось держаться. Вот тебе удар машину еще.
Надо пройти внутрь. Ос-ос-ос! Куно хампо, хай, хампо, хай тэп. Куро чо прэйсэ шинтэ. Надо попробовать сделать вот шаг. Ос-ос-ос! Карада бото, карада бото, карада бото. Ос! Легко на дышать, уже не пути. Идесне. Ос-ос-ос!
Хосрито, поле таурия сидит. Если вы, допустим, заходите с внешней стороны, то до путя ухода очень легко сбить. Он сядет в скетч, кляневский. Кухайте. Кухайте, где там? Поле мой что-то. Вот еще одна техника. Зайти с внешней стороны, я прикинул. Зайти дальше. Вот, котчо харатни. Ими кондекстано. Вот, ашига. いろんなことが考えられると思いますから、あの時間を、1分間だけ、まあ、少ないですけど1分間取りますから、この技出してくれ、でこうやってみてくれって言って、自分で研究してみてください。Я знаю, думаю, что многие черные пояса знают еще много способов, которые можно сделать техника. Сейчас одну минуту поработаем, каждый в наслаждении. Какие-то способы. で私はね、あの極真の試合は近いから、あの近くでこう戦うことが多いから、さっきやったように、これがね、一番有効だと思います。これ前空練みたいにこうしてて、こうやってこうやってやってるところはこうするから、ドーンってこっちひっくり返ってこうひっくり返るけど、極真はこうやって近いからね。なかなかこうやったり、こうやっても、こうは倒れないけど、ここはね、倒れやすいんです。А вот под коленом уже гораздо удобнее. Если вы за руку зайдете, тоже гораздо проще подключение к свадьбе. Thank you.
Толкаемся, ребята, активнее. Это сейчас правильное действие. Это не запрещено.
Как-то раз даже мне только так же вот, уже сил не было. Он просто его вот так вот сбил, и прям локтем в щель. Поэтому хоть и старая эта техника, она иногда бывает очень действенной. Поэтому можно, помимо того, что вот эта гладь удара, можно просто реально, чисто вот так вот на движении просто сбить. こういうのとか私はやったことがないんです。そうね、プリンまたぎパスカート。もう全く出しに行けないんで。こうやって足を取る人、こうやって足をすくう人初めて見た。もう全く見えなかったけど、ニュージーランドパスカート自分のバッター。足もたくパスカート。だからこれからも新しい技もたくさん出てくると思います。よく研究してください。一生パトム、мне кажется, будет очень много новых правил, потому что все время все это изменяется. Это очень важно. で、今ここまでで質問ある人いますか？で、あの人、こういう質問が出てきて、質問が出てきて。それはね、とても危険だからやめましょうってことになったんです。最初は、когда эти правила ввели, когда дети падали, тогда еще за это оценку ставили. Но стало очень много детей, которые падали, поэтому запретили. 今やったように。ставили, перестали. で、構えて。今やったように、こうやってガーンって倒れる。そしたら、あれ倒れてるじゃないか。倒しちゃいけないのに倒れてるじゃないか。じゃあこっちの人反則にしようってなるんです。Сейчас наоборот, тот человек, который опрокинул соперника, да, получает предупреждение, потому что ты сделал действие, заставившее его упасть. То есть атакующий становится неправым. で、それも違うな、それもダメだな。Но и это тоже неправильно, потому что все. Поэтому сейчас это как бы в таком подвешенном положении. Никого как бы не наказывают, но это ничего. で、それでちょっと待って。で、それで例えば蹴ってきたのがバーンって倒れる。で、はい、いいですね。で、はい、いいです。で、上段回し蹴りきた。バーンってやって倒れる。そしたら技ありにもならないし、こっちの反則にもならない。何にもならないってことです。Поэтому, не ваше, не наше, да?За каким-то соперником не дается в азаре действия, не дается предупреждение. То есть просто оставляется без оценок и без предупреждения. Но если ты делаешь, допустим, техническое действие, которое направлено на то, чтобы ты его опрокинул, атакующий получает предупреждение.Запрещено.
大丈夫ですね。全部使ってやってみてください。軽くでいいです。Будем не в полный контакт, а с Веленцаном установим, не забывайте те вещи, которые мы с ним проговаривали, то есть защиту обязательно делайте, да, и попробуйте с толчками, с опрокидыванием, с подсечками. Thank you.
Сугимура за большой вклад в развитие карате, кёкушинкай карате в России, за большую такую многолетнюю дружбу, и вручить ему подарок. Шихана Путас, чтобы передал подарок сенсею Хибина. Сейчас фотография. Всем надо будет встать на фоне Аямы. Тренировки под руководством Шихана Сугимуры закончились. Он всех поблагодарил за работу. Завтра будет проводиться QTS-DAN-тест. Сейчас всех собирают для общего фото. Вечерняя тренировка уже будет под руководством сенсея Алехандро Наварро. Я так понял, это будет, конечно, боевая тренировка. Да, хорошо, чтобы все спортсмены, как говорит Шихан Сугимура, сохранили свое здоровье, не травмировались, чтобы все у них было хорошо. Все, закончились тренировки под руководством Сугимура. Сейчас фотосеты, все фотографируются. Все балдеют. Осталась одна тренировка сегодня. И завтра у нас будет эстафета для тех, кто не участвует в QTS и DAN-тесте. И те, кто, соответственно, участвует в QTS и DAN-тесте, для них будет экзамен, который также я вам покажу, освещу максимально подробно. И думаю, это будет еще не все, потому что вот эта поездка для меня, она очень дала огромный опыт, огромное количество материала. И у меня столько сюжетов, у меня столько в голове идей. Я не знаю, сколько, наверное, недели две я буду только ролики монтировать. Всем ос! Так, товарищи! Еще раз, кого у вас вопросы самообразования?